Так, не двигайся. Я спокойно выйду. Всем привет, ребят. Меня зовут Игрок. Это игра Project Zomboid. Случилась непредвиденная ситуация. Я прилетел вертолет на мою территорию и наагрил мне туда кучу зомбей. Кстати, ключ лежит. Какая удача. Я просто думаю сейчас найти машину и методом кутков отагрить их. Ух ты! Не-не-не. Рыболовная сеть, рыболовная снади, леска. Неплохо. Так, как чувствует себя сама машина? В идеальном состоянии. И, по-моему, и, наверное, даже бензин есть. Так, это битая немного. Она вроде тоже должна быть на ходу. Она даже вся пошарпанная такая. Это пулевое отверстие, что ли? Здесь даже бензин есть! Слушайте, ну это очень удачно. А, нет, нет ключа, блин. А чего тогда вот этот ключ, который я нашел? А, вот от этой машины. Так, давайте возьмем канистру с бензином. Так, и сюда положим. Слушайте, имеет ли смысл... Чё, дед, твоя машина, что ли? Да я покататься возьму и верну обратно, честное слово. Вот это что такое лежит? Ничего, да? Ну ладно. Тогда поехали. Слушайте, она вообще в идеальном состоянии. Идеальная машина. Такс, ну ладно. Куда поедем? Вот такой вот нескромный вопрос. Нам нужны какие-то стройматериалы. Ну, для ремонта, чтобы топоры отремонтировать. Это что-то... Что такое? Что это за мир? Ой. Кого-то сбил нечаянно. Но я надеюсь, что машина в порядке. А, слушайте, вот, по-моему, я вот здесь-то и лутал себе топоры и стройматериалы. Вот в этом месте. Давайте глянем. Так, тихо. Зомби. Заходим как к себе домой. Вообще не боимся. Да, по-моему, это место. Зажигалка, коробка гвоздей. У меня, по-моему, коробка гвоздей этих... Да, блин, не знаю, навалом. Мне нужен клей. Металлическая трубка. Зачем? Мешок, патроны. Дробовика давайте возьмем, пускай будут. Так, что ладно. Еще один топор. Еще один топор. Обязательно брать. Один тогда просто выкинем. Чтобы он не мешался. Так-с. Еще патроны. Блин, здесь коробок гвоздей так много. Клей то, что нужно. Блин, вот эти два ящика вообще-то не могу залутать. Стоп, стоп, стоп. Так, я видел, кто-то идет. Так, еще клей, прекрасно. Молоток.
Зажигалка еще там. А давайте возьмем зажигалку. Так, а у нас перегруз. А я что, все в этом восстанавливали? Складил. Так, давайте книжку сюда, книжку сюда. Да нет, у меня вроде бы... Да, все в сумку. Ненавижу вертолеты. Еще коробку гвоздей. Давайте, лишним не будет. Зажигалку одну, еще одну возьмем. Еще коробка гвоздей. На, уже не помещается, надо в машину грузить. Эх, мне бы вот эти вот коробки на самом деле перетаскать. Слушайте, а может быть можно? Поднять. Может быть, мы все-таки затащим эту коробку в это, в машину как-нибудь. Не открывается. Просто я бы вот эти коробки, вместо того чтобы их кратить, я бы на самом деле их себе перетаскал. Я не паникую, так все в порядке. Так, что, может еще благо... Да, я думаю, без бета-блокаторов обойдемся. Так, нет, эти зомби меня напрягают. Готов. Здесь еще куча досок. Тоже бы это все в машину. А, так, чего я здесь набрал? Коробок гвоздей себе набрал. Дофига и больше. Слушайте, а что у меня вместимость такая маленькая? У меня вроде большая сумка. Неужели это все дробовик занимает и прочее оружие? Что-то завис маленько, да? Давайте все-таки попробуем перетащить. А, вон они где долбятся. Женщина пришла обниматься, видимо, гости давно не приходили. Так, а тут что у нас? Коробка скрепок, кей и ломик, да, ломик обязательно нужен. Ломик обязательно нужен. Блин, все нужно в этой игре. Так, есть перегруз. Так, ну, не то, не то. А как мне поднять? Так, давайте сперва посмотрим, какой контейнер пустой. Вот этот пустой. Вот его можно поднять. Требуется инструмента, молоток и... А, нужен молоток. Ну, тут есть где-то молоток. Сейчас возьмем. Для того, чтобы поднять какой-то ящик, нужен молоток, ребят. Вот запомните. Давай сюда молоток. Поднять. Есть. Есть? Пожалуйста, скажи, что ты понял именно так, как я думаю. Ломик. А я не вижу. А, да, поднят, кажется. В машину-то это не поставил. Блин. Досадно. Досадно. И сейчас его только вот так поставить. Например, вот сюда. Слушай, а где я? Я что-то... Где эта коробка, которую я поднял? Я чего-то не понимаю.
Да, ребят, я чего-то не понимаю. Я не вижу у себя ее в инвентаре, хотя перегруз у меня есть. Я сейчас просто в машину вот сюда закину, вот так. Оп. Топор возьму в обе руки снова. Так, маленько полегче. Так, может быть, половину сюда отсыпать? Хватит. Так-так. Слушайте, есть еще уникальная возможность не просто отвести зомби, а просто их, ну, отвести и перестрелять там с дробовика. Мне кажется, это будет даже интереснее. Не, давайте патроны возьмем обратно. И, наверное, давайте так и поступим. Давай, курить. И надо попить. Сухость во рту. Да блин. Давай сюда. Слить на землю. Не, подожди. Как ее выпить? Вот же бутылка воды. А, или уже все, не надо? Окей. Странная игра какая-то. Так-с. Так, что я думаю? Нам нужно выяснить, какой топор у нас целый. Пошел гулять. Так, есть. Так, и медлить нам не надо, потому что скоро темнеть будет. Так, взять штуку. Просто сломанные топоры сейчас положим в этот, в багажник. Готово? Готово. Так, этот топор тоже сюда. Так, снять. Сюда. Я не могу сюда переместить топор. Ладно, давай тогда в сумку. В сумку. Так, вот это тогда тоже возьмем в сумку. Нет, подожди, я передумал. Если вот этот топор сломанный, так давай его выкинем, наверное. Так, выкинуть. Теперь я чем? Блин, вот игра меня накажет за то, что я просто раскидываю с топорами. Так, распаковать. Есть. Не, подожди, не есть. И... убрать из избранного. Выкинуть. А вот этот топор взять. Вот так. Есть. И в багажник его. У меня просто есть, по-моему, бейсбольная бита в сумке с гвоздями. Ну, у топора урон-то повыше. Так-с. Вот что я думаю. Давайте, наверное, перекусим чипсами. Съесть полностью. Распаковать. А, патроны отсюда достать. А, здесь все... Окей, тогда... взять в обе руки. Починить дробовик. Перезарядить. И все, тогда просто поехали.
Поехали снова защищать наш дом в очередной раз. Кстати говоря, темнеет. Наверное, будет плохая идея защищать дом именно в ночное время суток. Но у меня вроде есть перк кошачье зрение, поэтому... Так, и надо понять... Так, давайте посмотрим, как бибикать. На какую кнопку. Управление игроком, горячий голос. А в машине. Режим боя, транспорт. Запуск двигателя. Сигнал на Q. Понял. Кто-то мою машину что ли бьется? Да, их тут целая орава. Ладно, поехали их собирать. Потом я их просто с дробовика всех перебью. Ну или большую часть. Стрельбу как бы тоже надо прокачивать. Капец их тут, посмотрите, их целая орда пришла. Вы посмотрите, сколько их тут! Мне надо еще где-то безопасно бросить машину, чтобы на случай чего просто отступить, сесть в машину и уехать. Капец их там! Вы посмотрите, сколько их тут вертолет нагнал! С соседнего города, наверное, приперлись. Капец их тут, ребят! Давайте их потихонечку отсюда уводить. Капец. Жесть. Но у меня есть дробовик, я могу их перебить. Хотя их всех убивать-то здесь не обязательно. Пускай идут. Так, выходим. Так, тихо. Так, по машине бы не попасть. А то машину жалко. Так, сейчас, наверное, еще больше шума сделаю. Так, минус два. Надо, чтобы на линии огня стояло как можно больше. Так, давай бета-блокатор быстро примем. Где он, кстати? Так, принять таблетки. Ой-ой-ой, промазал. Вот этот зомби прямо очень шустро идет за мной. Есть. Есть. Ах ты! Патроны кончились.
Так, надо оглядываться, чтобы со спины еще никто не приперся. Давайте, давайте, идите сюда. Ну, вот бесят быстрые зомби, которые просто идут. Так, не-не, подожди. Бам! Да уйди ты от меня. Так, перезаряжаемся, пока есть возможность. Эй! Давайте, давайте, идите сюда, засранцы зараженные. Так, вроде бы есть. Вроде бы пока держим ситуацию под контролем. Давайте, давайте, сюда, сюда, зомби. Сейчас, блин, у меня сонливость, кстати. Блин, от сонливости витамины нужны, а у меня нет витаминов. Так, перезарядимся. Так, не-не-не, подожди. Еще эту биту зачем-то беру. Так, давайте их поближе, покучнее соберем. Поближе, покучнее. Держитесь вместе, ребят. Так, слезься, чтобы самое главное никто не вылез. Сюда! А ты! Так, перезаряжай. Сколько у меня патронов? Блин, заканчиваются. Я, наверное, всю толпу не перебью. Сюда, сюда, сюда. Блин. Так, вот есть быстрый зомби, ну, вообще идут и выбивают, из меня патроны. Сдохну с толпа. Сюда, сюда, сюда. Так, ну вроде бы у меня получается отбивать их. Блин, у меня такая паника. Так, давайте еще бета-блокаторы примем. Принять таблетки. Это позволяет ровнее держать ружье и точнее попадать в засранцев. Блин, мне кажется, я их сейчас соберу еще с соседней улицы. Надо бы их здесь удерживать. Ах ты, тихо! Неужели хочется? Блин, сильная боль появилась. Блин. У меня патронов нет. А пистолет есть? Пистолета нет. Ну ладно. В принципе, можно и убегать отсюда. Просто убегать. Я их, в принципе, увел обратно. Ну, подальше от своего дома. Так, давайте на биту поменяем. А, это ломик. Нет, давайте бейсбольную биту возьмем. Так, а ломик тогда вот сюда, в сумку. Блин, будет херово, если меня укусили. Так, машина пока пускай здесь остается. Ох ты, царапина. Просто царапина. Да умри ты!
тварь. Вот тварь. Вот поэтому я очень боюсь, блин, лежачих зомби. Так-с. А к себе домой аккуратненько. Я их вроде бы отсюда увел. Большую часть, во всяком случае. Так, ну я зомби здесь не вижу. Вроде бы да, вроде бы все ушли. Ну или большая часть из них. Так сильная боль. И жажда. Сейчас тогда будем лататься. Так-с. Сейчас тогда будем подлатываться. Сперва давай примем обезболивающие. Принять таблетки. Так, теперь еще. Рваные тряпки где-то были. Да. Наложить повязку. И наложить повязку. Так, все, кровотечения нет. Боль со временем пройдет. Перекур нужен. Перекур. Нужно покушать, нужно попить, нужно отдохнуть вообще. Блин, здесь небезопасно. Здесь окно выбито. Надо заделать как-нибудь снова. Так, нам горошек есть замороженный. Есть суп. А, так. Соленье давай полностью съедим. Так, у меня есть бутылка воды, но я почему-то не мог ее выпить в тот раз. Ну-ка, сейчас получится. Так, кто-то снаружи есть, мне сюда не по себе маленько. Господи, как он громко орёт. Так-с. Вроде бы мне маленько похорошело. Слушайте, я перемещаю бутылку воды вот в инвентарь, и жажда сразу пропадает, и голод тоже. Волшебная бутылка, надо ее таскать с собой почаще. Так, сильная боль все еще преследует меня, да? Давай еще, наверное, таблетосы выпьем. Так. Выпить. Обезболивающее. Или влить. Не, принять таблетки. Так, вылазка, блин, оказалась не очень удачной, но тем не менее. Машина у нас стоит, в принципе, неподалеку. Я днем постараюсь ее... Незначительная боль. Грязный бинт. Давай тогда поспим. Отдохнуть. Не, лучше поспать. Так, уверен, что пора спать, да. Незначительная боль. Так, снова туман. Снова хочется кушать. Так, ну сперва надо выйти проверить, безопасно ли снаружи. Ну, вроде как, более или менее. Ах ты, напугал меня. Так-с. Зомбячка одна куда-то пошла. Где она? Так, ладно, пускай гуляет пока. А, незначительная боль. Что, в гости, что ли, наведалась? Сбросил ее с вертолета на мою голову. Так-с. Что делаем? Грязный бинт. Но пока надо подержать его. А, кстати говоря, снова появилась еда и голод и жажда. Ну-ка, давайте-ка переместим сюда. Оп. Идеально. Так-с. Легкий голод надо перекусить. Давайте, наверное, суп.
возьмем, да? Давайте вольем. Вольем немного суба в себя. Боль, конечно, не приглушит. Так, пить четверть. Сюда. Да, сразу даже боль прошла. Классный суп, не так ли? Холодный, правда. Ну да ладно. Так, снова защищать территорию. Так. Сдохни. А, да, кстати, у меня же еще уровень в качестве персонажа. Да умри ты! Сейчас опять полдня все трупы собирать в одну кучу. Блин, вот как не кстати это вертолет прилетел, не так ли, да, ребят? Тихо. Без рукоприкладства, мужчина. Да умри ты. Готов. Фух. Грязный бинт. Ну, я думаю, пока пускай так будет. Вроде бы состояние у нас отличное, всего лишь царапины. Бинты тогда снимем на следующий день или ближе к вечеру. Готово. Тук-тук, кто там? Блин, снова куча трупов. Правильно. Сейчас снова все по новой. Так, ну ладно, надо... Сейчас снова все по новой. Так, ну ладно, надо окно заделать. Надо заделать окно. Сдохни. Вроде все нормально. Такс. Нужно заделать окно. Нужны деревяхи и гвозди. Ну, гвозди есть, молоток есть. Деревяхи сейчас получим. Деревяхи сейчас возьмем у соседей. Их там дофига, если не больше. Такс. Деревяхи есть. Есть доска одна. Давай, сумку. Здесь дверные петли. Сдохни. Так, эту дверь пока не будем снимать. Хотя надо бы. Гопник какой-то идет. Сдохни. Есть. Так, вон там вижу деревяки. Во что там долбитесь? А просто так? Слушайте, боли вообще нету. Отличное состояние. Может быть, уже и царапины зожили? Зожили. Есть. Еще одна мадама идет. Блин, по голове же луплю его. Так, возле дома один стоит. Шуметь не будем. Опять цел... Блин, ну почему? Ну почему жизнь так несправедлива?
Мне порой кажется, что я просто работал зря. Ну как зря, если бы я бы не убрал кучу трупов и не сжег бы их. Здесь, наверное, трупов было бы еще больше после прилета вертолета. О, боже, как же жалко. Так, ну главное, что я жив. И вроде как стычка с ордой зомби прошла относительно даже успешно. Сейчас мы просто досок наберем. Досок наберем. Гвозди есть. Заделаем окно. И будет такое впечатление, что ничего этого и не было. Но горы трупов мне просто будут напоминать о том, что все-таки здесь что-то произошло. Витамины. У тебя были все это время витамины. Это мои часы, что ли, не могу понять. Выключить будильник. Блин. Опять целое кладбище, опять всю грести. Так, ладно, давайте. У нас в мусорке вроде должны быть гвозди, да. Взять половину. Этого хватит. Так, теперь чем? Молоток. Молоток, молоток. А где молоток? Молоток. Смотри, куда сунул молоток? А, в багажнике остался. Ну ладно, давайте тогда клей выложим весь, который я тут понаходил. Так, с чипсы выложим, потому что более уже не нужны. Я просто думал, что в походе я буду находиться куда дольше. А эти скушаю. Ребят, вы любите чипсы? Я люблю чипсы. Мне Принглс больше всего нравится. Дорогие, правда? Ну, да ладно, они стоят своих денег. Так-с. Блин, здесь куча трупов. Одним ударом. Ну, сейчас у меня есть машина, мы можем реализовать, в принципе, машину в качестве сборника трупов. Так, это состояние уже не нужно, можно выключить вообще. Да не паникуй ты так, все же в порядке, ты в безопасности. В зомби-апокалипсисе, если у тебя есть колеса, то все, ты царь и король этого мира. Так, самое главное, не влепиться ни в какие почтовые ящики. Най. Ну, вроде бы только стукнулись, все в порядке. Так-с, давай, молоток. А где молоток? Подожди, а где... Вот он. Молоток, без паники. Спокойствие, только спокойствие. Все под контролем.
За кадром все-таки придется убирать все трупы. Снова их поджигать. Так, есть. Так, поставить баррикаду. Так, поставить баррикаду. И поставить баррикаду. Все. Классно. Как будто ничего и не было, не так ли? А, можно строить. Вот, блин, вот как надо строить. Надо просто иметь молоток в руках, и можно строить. Ай, блин. Ладно, мебель. Забор. Вот забор. Вот как я строил забор. Деревянный забор. Так, необходимо гвозди. И доски. Стена с мешками. Так, а это что такое? Лампа на столбе, забор, мебель, стол, деревянный стул, бочка для сбора воды. Надо, надо. Бочка для сбора дождевой воды. Наверное, вот эта вот бочка гораздо дороже. Компрессор. Перерабатывайте сгнившие продукты питания в удобрения. Сбор производства. А, ясно, это пригодится в будущем. Книжный шкаф. Маленький шкаф. Полка. Двойная полка. Кровать. Деревянная табличка. Бар, что такое? А, вот и деревянные ящики. Вот такие вот ящики нужны. Их только что штуки. Поставить хотя бы снаружи дома. Ну, наверное, этим я, наверное, займусь в следующей серии. Так, давайте эту женщину уберем, чтобы она не мешалась. И давайте на этом закончим. Сдохни. Готово. Ладно, ребят, давайте тогда на этом прощаться. Все пошло не совсем по плану, как хотелось бы. Ну да ладно, главное, что мы живы. В общем, большое вам спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Игрок. Игра в Project Zomboid. Всего хорошего. Берегите себя. Будьте готовы к непредвиденным ситуациям и пока-пока. За просмотр.